Каньон в городе Пай. Туда тянется. Город Пай на севере Таиланда славится не только своей расслабленной атмосферой, но и потрясающей природой. Один из непроходимых жемчужин этого района — природное творение, поражающее своими масштабами и удивительными пейзажами. Каньон Пай, по сути, представляет собой песчаные образования, напоминающие каменные. Он находится недалеко от центра города и является идеальным местом для тех, кто ищет приключения и невероятные виды. Когда вы стоите у края каньона, перед вами раскрывается величественный вид на горы и зеленые долины. Закаты здесь особенно впечатляют, превращая каньон в магическое место. Добраться до каньона Пай можно на арендованном мотобайке или взяв тук-тук. Рекомендуется приходить сюда вечером, чтобы насладиться закатом и избежать сильного зноя. Удобная обувь обязательно, так как некоторые участки могут быть неровными и каменистыми. И не забудьте взять фотоаппарат для прекрасных фотографий. Провинция Мае Хонгсон, где расположен город Пай, славится не только своими каньонами, но и великолепными пещерами и загадочными подземными реками. Одна из самых удивительных – Там Лот. Там Лот – это сеть пещер с потрясающими известковыми образованиями и подземными реками. Это место богато историей и природной красотой. Прогулка по пещере Там Лот – это уникальная возможность окунуться в мир подземных чудес. Если вы берете экскурсию, гид с фонарем проведет вас через лабиринты сталактитов и сталагмитов, расскажет о формировании пещеры и покажет ее удивительные части. Экскурсии организуются для групп от 1 до 3 человек. Примерные цены. Если вы посещаете только первую пещеру, цена будет 300 бат. Для посещения первой и второй пещеры – 350 бат. И за посещение всех трех, включая экскурсию на бамбуковом плоту, 600 бат за группу. По желанию можно приобрести пакетик корма для рыб. Его цена будет от 20 до 50 бат. Во время экскурсии есть шанс увидеть несколько красивых пауков и даже, если повезет, 1 или 2 змеи. Несколько советов для посещения. Во-первых, лучше иметь свой фонарь для более комфортного осмотра. Во-вторых, учтите, что в пещере может быть прохладно, поэтому лучше надеть легкую куртку. И в-третьих, если возможно, присоединитесь к группе с гидом, чтобы получить максимум информации. Сейчас вот мы там плоту поплывем. Экскурсия в пещеру Там Лот – это увлекательное путешествие в глубины природы, где каждый поворот может принести удивительное открытие.